Понедельник стал настоящим испытанием для ярославских коммунальщиков. В Ярославле выпало сразу четверть месячной нормы осадков. В городе около 5000 колодцев принимают стоки после дождя. Канализация проектируется с расчетом, чтобы справиться с бурными потоками с небес, беспрерывно идущими в течение 20 минут. Сегодня в городе насчитывается 366 километров сетей, многие из которых уже сильно изношены и требуют серьезного обновления. На их промывку и приведение в рабочее состояние в этом году город смог выделить только 48 миллионов рублей, при потребностях в разы больше. К дождевым потокам добавляют нагрузки и подземные реки. Одна из них с названием «Титовка» проходит в Ярославле под Московским проспектом. В течение буквально получаса после того, как дождь закончился, ливневая канализация пришла в нормальный режим и работает в штатном режиме. Ну, аварийные бригады были усилены на данный момент. Проблемы у нас были на Московском проспекте, на Гагарина, на Ткачева, на проспекте Ленина. Но сейчас вода ушла, все работает в нормальном режиме. Проблема еще с тем, что при сильном дожде идет смыв листвы, дождеприемные колодцы, и ливневка засоряется. Поэтому бригады продолжают работать и очищают колодцы.